Город молодых и инициативных. В парке Засаймы прошел второй субботник по благоустройству. Его инициировали представители молодежной палаты при Думе Сургута, а поддержали активные неравнодушные сургутяне из градообразующих предприятий и члены городской ячейки российского движения детей и молодежи. Недели ранее прибирались на мосту влюбленных в парке Кедровый Лог. Для этой инспекции выбрали не менее популярный парк Засаймы. У одного из мостов собрали листву, мусор, зашкурили забор, где он уже покрылся ржавчиной, обезжирили покрытие и покрасили. Наш главный организатор всего этого – это лесопарковое хозяйство. Мы как бы вышли с инициативой к ним, да, то есть помочь привести порядок там какие-то места города самые общественные. Вот, они нам предоставили весь инвентарь, краску, грабли, все, что нужно, перчатки. И, собственно, помогают здесь нам, рассказывают, как это нужно сделать, технологии где-то подсказывают, где-то делятся инсайтами, как лучше, ну, в общем-то, помогают, курируют. Бывает, что они предлагают, то есть где-то они сами увидели, что вот требуются работы, приходят нам, говорят, а давайте мы вот здесь проведем работы. Либо просто изъявляют желание поработать, а мы уже им предлагаем, есть там-то, там-то работы, готовы, готовы. То есть и мы тогда назначаем день и выходим совместно, вместе проводим эти работы. У нас город, который мы должны привести в порядок. Соответственно, мы знаем, где какие работы необходимо провести. Соответственно, от этого мы уже отталкиваемся от людей, от количества людей, желающих, от наших возможностей. И, соответственно, уже проводим эти работы. В лесопарковом хозяйстве отметили, что город на 80% приведен в порядок. Специалисты реагируют на жалобы сургутян в соцсетях, а также отрабатывают зоны, которые находятся на обслуживании добровольцев. Которые желают помочь, с радостью ждут в учреждении. Помогут и с выбором локации для уборки и с экипировкой. Отмечают, что рабочих рук в вопросах благоустройства и поддержания порядка мало не бывает. С инициативными сургутянами пообщался глава города. Он через парк Засаймы регулярно ходит на работу и возвращается домой. Максим Слепов отметил, что такая активная позиция молодежи – правильный импульс. Его необходимо подхватывать. Примером этому решил выступить сам. Вы зачищаете что? Мы зачищаем ржавчину или... Да, и места, в которых... Ну, что-то нарисовано. Места какие-то. Давайте, да, искать. Да. Может, я что-то не то делаю, да, по вашей технологии? Ну вот, до ржавчины. Вот эту работу, о которой сегодня мы говорим, с лесопарковым хозяйством, я просто прошу ее продолжить. Почему? Потому что вы видите, что у нас большой дефицит рабочей силы, да, в городе. И лесопарковое хозяйство справится с этим. Но вопрос во времени. Они сделают все работы, но, к сожалению, это будет в конце сезона. Лето, поэтому нам надо для того, чтобы сейчас уже пользоваться этими благами, которые уже созданы, ну, надо помочь просто. Хорошо. Я думаю, это надо сделать нормальной традицией, еще раз, безотносительно. Субботники, они были всегда на протяжении всех, я не знаю, десятилетий предыдущей работы. Поэтому я думаю, что надо просто сделать это системной работой. Он вообще всегда за такие движения, сам присоединяется часто также к нашим субботникам. Видел сегодня тоже, он, по-моему, немножко красил или что-то делал. В общем, он нас всегда поддерживает, и мы этому очень рады.